Ребята, всем привет, с вами Александр, и вот только буквально пару минут назад открылась у нас новая битва с боссом. Как видите, всего лишь 25 миллионов уже нащелкали. Это у нас босс Саламандр 16. Он тоже был очень давно, наверное, многие из вас не сражались с этим боссом еще. Это, как вы понимаете, амфибия, точнее микропозавр это у нас. Так, а кстати, давайте заглянем, посмотрим, допустим, где у нас тут... Микропозавры, все существа, нет, амфибии, легендарные. Вот, вот наш микропозавр. Давайте сейчас мы его оценим. Вот такой вот он, совсем невзрачный. Не очень, конечно, он похож, вообще не похож, точнее, на крокодила. Больше на какую-то ящерицу похож. Вот на саламандру даже какую-то. Ну, кстати, он же и называется саламандра. Вот такое вот у нас древнее существо. Это обычный легендарный, тоже один из самых старых представителей парка. Так что сейчас мы пойдем с ним сражаться. Естественно, он уязвим против летунов. Так. И давайте сейчас возьмем три самых сильных летуна. Хотя на самом деле, не, летунов нужно брать, наверное, в конце. Давайте тогда возьмем три самых сильных травоядных. Вот так вот. Так, что у нас? Тогда возьмем пахика. Он у нас будет танковать довольно долго. Вот даже не знаю. Его может вторым взять. Первым пойдет кто? Давай. Давайте индораптор. Юдон. Нет, Юдон пойдет потом. Пахик. Не, даже не так. Этих мы оставим на потом. Возьмем тогда приатродон. Приатродон. Индоминус и Зухариптер. Ой, Эрлифозавр. О. А потом пойдем более сильными хищниками еще. Так, вот такая вот у нас саламандра, морское чудище. Она довольно здоровая. Давно не видел, соскучился, ё-моё, прикольно. Прикольно, ребята. В принципе, удар у нее очень слабый. Проверим сейчас это изменение. Короче, у нас в случае с кем там это, с Джиггернаут, не, с вулканом, то есть, да, уже, по-моему, выше 7 уровня не росла сила. Так что мы сейчас это дело проверим. Ну как раз двоечка, идеальный удар. Двоечка. Руки-базуки. Эх. Ну ладно. Давай-давай. Ой-ой-ой, как потрепало. Так, пробили. Ну, а в следующей серии мы пойдем, наверное, против амфибий сразимся. А потом против летунов. Ну, так будет логичнее, по силе, потому что, значит, противник самый слабый. И мы идем против него самыми слабыми по стихиям существами. 3-3-3 хватит. Отлично. Давай, вставай. Ну вот что-то этот босс, наверное, какой-то самый такой незрелищный. Что-то он, ну, мало что делает как-то. Не ведет себя как-то. Птерозавры и те там как-то летают супер-пупер там. Тот же Джаггернаут и то получше был. Так, ну сил удара у него уже неплохо выросла, 1600. У него большой удар, но мало жизни получается. Но на самом деле мы сейчас так высоко поднимем уровень Саламандр 16 нашими хищниками, что как бы там амфибиям делать будет нечего особо. Потому что у нас хищники намного сильнее, чем амфибии.
Эй, стоило начинать, наверное, с амфибий. Вот черт, чуток не пробили. Ну чё, у нас следующие пойдут наши тяжеловесы. Мы да, мы докачаем уровень, наверное, до 8. Три, наверное, перестарался. Наверное, хватило бы одного-двух. Так, ну чё, саламандрушка наша. Ну все, давайте. Последний бой. Кстати, и мы пробиваем. Как раз. Так, ну какая у нас сила удара уже у саламандры? 7 уровень. 3200. Будет ли она расти дальше? 3200. Ну, 3700 на 3200 с бонусом. Неплохо. Опа, супер удар был классный. Мне напомнил какой-то крокодила из какого-то фильма. Это было неплохо. Мне понравилось. Теперь у нас есть Юдон, Индоминус. И Пахик. У меня там велоцирапторы, слышали, оживились. Так, вот даже не знаю. Церазинозавра взять, наверное. Или Юдона взять. Они примерно одинаковые. Юдон чуток посильнее будет. Давайте, ладно, сделаем так. Возьмем вторым Пахиком. И последним пойдет Индораптор. Так, 7 левел, смотрим. Вот черт, за 2 удара мы пробиваем. В общем, как и было на первом уровне, мы пробивали за 2 удара, так и сейчас мы пробиваем за 2 удара. Накапливаемся обоймы. Так, сейчас саламандра. Ну вот уж саламандра, уже не кажется она большой против саразинозавра, да? Но по весу она должна быть, наверное, помощнее. Ладно, что-то не хочется мне как-то особо накапливать. Отлично. Лишних 2 балла, конечно, потратил, но пробили. Так, 3200 была сила удара с бонусом. Смотрим. 8 левел. 3700. Растет. А у Джаги не росла, по-моему, да? Блин, не посмотрел, на сколько баллов нас ударили. Эх ты. Гаденыш. На все 5. Ух ты, взял и пробил, смотрите. Нашего самого жирненького пробил сразу. Но ничего, мы его тоже за один удар сейчас пробьем. 1, 1, 2, 3. То есть, ну и следующего мы сейчас тоже положим сразу в рядок к 9 уровню, и отлично будет. Так, ну все, как бы тут ждать больше нечего, ребята. Надо атаковать по полной. Супер удар от Индораптора. Смертельная схватка. Умрут обои. Так, 3700 было. 5300, ни черта себе вырос уровень. Вот это показатели выросли. Да здесь уже, короче, и амфибиям, и птерозаврам особо делать нечего. После таких битв нашими хищниками.
Всего лишь 38 тысяч мы нанесли. Хотя как-то странно. Но мало жизни просто было у Саламандры. Это у травоядных там много жизни, что там по 180, по 200 тысяч можно пробивать. Вот уже почти миллиард урона нанесли. Так что, ребятки, ну в следующих сериях вы поняли. Сразимся амфибиями, сразимся летунами. А потом еще, может, я под своим аккаунтом замиксую какую-то битву. На этом все, подождите, у нас сколько? 11 миллиардов, а один уже набрали. Так мы такого босса очень быстро пройдем. Да. Ну что ж, надеюсь, до завтра он доживет, ребятки. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.